Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такой самый простой классический берет на девочку. У меня рассчитан размер на 1,5-2 года, на окружность головы около 47 сантиметров, то есть где-то 45-40, даже 9, пожалуй, достаточно, так как у меня ниточка тоненькая, она хорошо тянется, и я взяла специально спицы размер немножечко побольше, чем толщина ниточки, для того, чтобы было, скажем, не слишком такое плотное, тугое вязание. Я берет вязала на прохладные дождливые вечера лета, либо такую вот теплую осень, дневная погода. Вот. В принципе, берет вяжется достаточно просто. Я выбрала за основной узор лицевую гладь, резиночку 1х1. И так как у меня берет идет в комплекте с кофточкой, то я сделала вот такие маленькие звездочки, которые у меня есть на кофточке. Размер я по диагонали сделала расширение до 21,5, тут практически 22 сантиметра. Вы можете сделать поменьше, она будет более такой шапочка, либо же побольше, будет более такая расширенная на голове. Но вот мне кажется, для такого, скажем так, маленького возраста ребенка не стоит делать слишком такой блинообразный. Мне кажется, что этого вполне достаточно расширения. Вот, благодаря резиночке она красиво смотрится на голове. Украсить вы ее сможете абсолютно на свой вкус по-разному. Я это прицепила обычную брошечку, как делала на кофточке. Вы хотите, можете сделать какие-то цветы вязаные, фетровые, бусинки, пуговички, стразы и так далее. В общем, на свой вкус. Конечно, можете вот эти звездочки не делать. Вы просто будете вязать лицевую гладь по классике. И по желанию можете сделать не такой стянутый вот здесь вот верхушечку край, а сделать петелечку, как обычно делают на беретах. Благодаря провязыванию полого шнура буквально несколько сантиметров. И затем пришиваете его петелечкой. Но это так, для тех, кто хочет что-то поменять. И, конечно же, по желанию, если вы будете вязать более теплый беретик, то можете, допустим, сделать какой-то помпончик на макушке. Здесь у меня выбран контрастный цвет помпона. Вот, можете сделать тон в тон, можете сделать, допустим, если у вас двухцветный, к примеру, какой-то полосатый берет, то, соответственно, можно сделать также его с помпоном. Я буду делать легенький вот беретик, то есть он у меня такой вот тоненький, нежненький. Вот, и, как на мой взгляд, получается достаточно симпатично. Мы будем делать вот такие клинья, расширения, затем убавление до самой макушки. В общем, кому понравилось, не забудьте лайкнуть и приступаем к вязанию. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать фирмы Lanosa серия Bonita, пряжа классической толщины. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть отдельное видео, ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Далее буду вязать чулочными спицами номер 3,5, по желанию можете их заменить на круговые спицы. Вязание не будет ничем отличаться, точно так же будем вязать по кругу без шва. Конечно же, резиночку можно по желанию, опять же таки, связать на пол размера меньше взять спицы, но я буду вязать от начала до конца вязания данным номером спиц. Также нам понадобятся ножнички, сантиметр и крючок для заправки краешков. Для начала я немножечко расскажу о том, как я делаю расчеты. Это самые простые. Есть очень много, скажем так, способов через число пи вычислять радиус головы, сколько на добавление и так далее. Я сейчас этим не буду заниматься. Я вам сейчас покажу самый простой способ. У меня обхват головы ребенка практически 47 сантиметров. Вот я взяла 47 сантиметров, округлила. В одном сантиметре лицевой глади у меня 2 петли. Соответственно, по идее, мы должны 47 умножить на 2 петли в каждом сантиметре. Но так как мне нужно, скажем, чтобы оно красиво сидело на голове, то есть не блином, а ниточки имеют свойство тянуться, то я возьму, умножу, отниму 2 сантиметра от окружности головы, то есть у меня получится 45 сантиметров, и умножу на 2 петли. Это получается 90 петель. То есть для обхвата 47 сантиметров головы мне нужно набрать 90 петель. Я умножила 47 минус 2 сантиметра на 2 петли в каждом сантиметре. Вот я буду набирать 90 петель. 90 петель для того, чтобы у нас здесь внутренняя сторона была по обхвату головы 47 сантиметров. Сколько же нам нужно добавить на расширение для берета? Вот. Я буду от провязывания резиночки, которая у меня будет на, скажем так, обхвате головы в начале вязания,
буду вместе с резиночкой провязывать, то есть вот так вот у меня где-то будет занимать резиночка, буквально там 2,5-3 сантиметра, я думаю, это максимум. Вместе с резиночкой я буду считать расширение до 6,5 сантиметров. То есть я буду делать прибавление клинышками до тех пор, пока у меня мое вязание изначально 90 петель не расширится на 6,5 сантиметров в бока. А затем, провязав буквально небольшую высоту вот здесь вот нашего берета, для того, чтобы не края клиньев наших, которые мы будем расширять, не торчали уголками на голове, я свяжу буквально там 3-4 ряда в высоту. Я уже потом буду ориентироваться по ходу вязания 3 или 4, чтобы у меня не слишком глубокий получился берет. Я не хочу, чтобы он был слишком глубокий. И в то же время, почему я добавила здесь 6,5 сантиметров, объясню. В целом добавляют обычно на детский берет от 4 до где-то 8 сантиметров. Я взяла среднее между этим для того, чтобы у меня берет был не слишком блином на голове и в то же время не слишком был такой вот шапочкообразный. Вот, как раз таки я взяла что-то среднее. Можно было бы 6 добавить, но тогда у нас бы резиночка, у нас получается резиночка здесь будет, и она как бы тоже забирает своего рода вот из этого расширения нам сантиметры, то здесь приблизительно от резиночки как раз таки будет эти 4 сантиметра расширения. И вместе с резиночкой порядка, ну, где-то 2,5 сантиметров, это и будет 6,5 сантиметров. То есть может там где-то 6,3, допустим, сантиметра. То есть вот здесь вот расширение от изначального круга обхвата головы, расширение по, скажем так, увеличению. А затем, дойдя до расширения, я провяжу 3-4 ряда. Пожалуй, это будет, наверное, 3, так как это детская береточка. То и буду уже точно так же делать убавление, скажем, как делала здесь изначально. Но буду делать убавление до тех пор, пока не сойду полностью до центра. То есть, если мы расширение делали всего лишь от резинки в края, скажем, в бока, то здесь убавление на макушке я буду делать до самого центра, пока не замкну вязание наше полностью на макушке. Причем прибавление на расширение и точно так же на убавление макушки я буду делать через ряд. Если мы будем делать в каждом ряду, у нас получится слишком быстро расшириться и слишком быстро сузиться. То есть нам такого не нужно. Нам нужно красивое постепенное расширение и красивое постепенное убавление. Вот, исходя из такого вот простого, казалось бы, на первый взгляд, объяснения, я думаю, я хочу вам показать уже непосредственно на практике. Набираем наши 90 петелек, делаем расширение и затем сужение до макушки. Для начала нам нужно набрать 90 петелек плюс 1 петлю для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Я набираю 2 начальные петли на одну спицу для того, чтобы они не были растянуты, крайние петельки. Затем приставляю вторую и набираю еще 89 петелек. Теперь общее количество делим на 4 спицы. Если у вас круговые спицы, то просто достаем одну свободную и будем замыкать вязание в круг. Я пока делю на глаз визуально на 4 части, а затем при вязании первого ряда я распределю по отчетному количеству петелек на каждой спице, для того, чтобы мне просто удобно было вязать резиночку 1 на 1, которой буду оформлять края. И теперь вот смотрите, я распределила на 4 спицы. Теперь коротенький краешек ниточки я вытаскиваю наверх. И вот так вот кладу спицы, чтобы у меня не была перекрученная вот эта наборочная косичка. Сейчас мы замыкаем в круг. И смотрите, что мы делаем. Мы берем первую и четвертую спицу в руки. В левой руке у меня находится спица, на которой набрана первая петелька. В правой руке у меня набранная последняя петелька. Вот она. Теперь смотрите, я перетаскиваю первую набранную петельку к последней. Вот так. А теперь последнюю набранную петельку одеваю на первую и полностью спускаю со спиц последнюю набранную лишнюю петлю. Вот она у меня, между спицами. Теперь короткий краешек ниточки тяну на себя, рабочую нить от себя. Возвращаю обратно первую петельку на левую спицу. Вот так. Теперь я подтяну для удобства вот так вот себе
петельки, чтобы они не соскочили со спиц. И еще раз подтяну хорошо короткий краешек ниточки на себя, а рабочую нить от себя. И также я сейчас сразу при вязании первого ряда буквально в несколько петелек завяжу вот этот коротенький краешек ниточки. А для того, чтобы нам хорошо отметить начало-конец ряда, я отмечу его булавочкой. То есть в дальнейшем, чтобы мне не присматриваться, где у меня начало-конец ряда. Вот так у вас должно получиться при замыкании вязания в круг. И обратите большое особое внимание, что у нас та лишняя петля, она сократилась. Она осталась у нас между первой и четвертой спицей. Первый ряд очень простой. Мы начинаем вязать первый ряд расформирования резиночки 1 на 1. Поэтому вяжем первую петлю лицевую, вторую петлю изнаночную. Дальше снова повторяем: лицевая петля, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Я бросаю коротенький краешек ниточки и вяжу только лишь рабочей нитью. И продолжаю вязать по чередованию: изнаночная, лицевая, изнаночная. И я прослежу сейчас за тем, чтобы у меня на спице закончилось вязание на изнаночной петле. Так в дальнейшем мне будет проще вязать. На каждой спице точно так же я буду начинать с лицевой петельки, а заканчивать изнаночной. При вязании первого ряда рекомендую вам слишком высоко не поднимать спицы, для того, чтобы у вас просто не вытащились петельки со спиц. Или спицы просто не повытаскивались с петелек. Итак, продолжаем вязать первую спицу резиночкой 1 на 1. Формируем то лицевая, то изнаночная петля, то лицевая, то изнаночная петля. Вторую, третью и четвертую. Ряд у вас должен обязательно закончиться изнаночной петлей, так как начался он с лицевой, чтобы рисуночек совпал. Второе и все последующие ряды я буду вязать над лицевыми петлями лицевые петли, над изнаночными изнаночные петли. Причем лицевые петли я буду вязать за ближайшую стеночку к себе, а изнаночные петли за дальнюю стеночку, для того, чтобы у нас красивым вязанием ложились петельки. Лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. И так продолжаю вязать до тех пор, пока у меня не станет ширина резиночки где-то 2,5-3 сантиметра. Для детского размера этого более чем достаточно. То есть продолжаем вязать второй ряд до конца ряда, затем третий, четвертый, пятый, в общем, до желаемой ширины резиночки. Провязав 7 рядочков резиночкой 1 на 1, мне этой ширины более чем достаточно. И я приступаю к расширению. Сейчас мое число петель отлично делится на 10. Вот я буду, значит, через каждые 10 петелек делать прибавление. Но, чтобы упростить себе работу, я буду прибавлять, как раз таки ориентируясь на ту 10-ю петлю. Из нее я буду вывязывать 2 петельки. Сейчас в начале первого ряда вяжем 9 лицевых петель. Находим первую петельку ряда и вяжем: первая лицевая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая петля. Вот как раз таки из этой 10-й петли нам нужно сделать прибавление. Связали 9 лицевых, находим ряд ниже, вот она петелька ряда ниже, из нее вывязываем одну лицевую и из изнаночной петли вывязываем вторую лицевую. Так у меня получилось из 10 петель 11. Повторяем. 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-я петля. Снова ныряем на ряд ниже. Вот она у нас петелька на ряд ниже. Вяжем одну лицевую и с изнаночной вторую лицевую. Так сделали второе прибавление. Повторяем. 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ныряем на ряд ниже, вяжем лицевую и с изнаночной вяжем вторую лицевую. Так я буду чередовать до конца этого ряда. Довязав до конца ряда, у нас увеличился ряд на 9 петелек. Второй ряд расширения мы вяжем просто все петельки по кругу лицевые. Начиная с первой петельки, заканчивая последней петелькой ряда. И не забывайте обращать внимание там, где у нас маркер начало-конец ряда. Довязали второй ряд лицевыми петельками. В третьем ряду мы снова сделаем 9 прибавлений. Для этого сейчас будем провязывать уже 10 лицевых и из 11 петельки делать прибавление, то есть вывязывать 2 петли.
Вяжем с первой петли, отсчитываем 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Находим 11 петельку на ряд ниже. Вот она у нас. Ряд ниже вяжем лицевую. И с этого ряда вяжем также лицевую. Делаем прибавление. Дальше снова отсчитываем 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А из 11 петельки вяжем на ряд ниже лицевую. И с этой лицевой петли вяжем также лицевую. Снова отсчитываем 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А из 11 на ряд ниже делаем лицевую и с этого ряда делаем лицевую. Вот так я буду чередовать, прибавляя до конца ряда. 9 лицевых, из 11 прибавляем, вывязываем из предыдущего ряда лицевую и из этого лицевую. В третьем ряду добавлено снова 9 петелек. Четвертый ряд вяжем все петельки лицевые, начиная с первой, заканчивая последней петелькой ряда. Довязали четвертый ряд. В пятом ряду мы снова продолжаем делать прибавления. Поэтому будем сейчас чередовать, уже провязав 11 лицевых, и из 12 вывязывать прибавления. Вяжем, начиная с первой петли, 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А из 12 петли предыдущего ряда вывязываем лицевую. И из данного ряда петли вывязываем также вторую лицевую. Снова вяжем 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А из 12 предыдущего ряда вывязываем одну лицевую. И из данного ряда вывязываем вторую лицевую. Вот так продолжаем чередовать до конца ряда, вывязывая из каждой 12 петли прибавление. Следующий ряд я снова провяжу лицевыми петельками. Довязав шестой ряд, мы получили четко видны вот такие у нас 9 клиньев. То есть в каждом нечетном ряду после резинки, это первый, третий, пятый ряд, мы добавили по 9 петель. А во втором, четвертом, шестом ряду, то есть в нечетных рядах, мы просто провязывали лицевые петельки. Я так и продолжу через ряд, чередовать ряд прибавления, делать в каждом нечетном ряду по 9 петелек прибавлять, а в каждом нечетном провязывать лицевой ряд. То есть смотрите, мы обратите внимание, что в первом ряду провязывали 9 лицевых петель, из 10 вывязывали прибавление 2 петли. Затем в третьем ряду мы вязали уже 10 лицевых, и из 11 делали прибавление петли. А в пятом ряду мы вязали уже 11 лицевых, затем из 12 петли делали прибавление. Затем я буду провязывать 12 через ряд, получается, чередуя 13, 14, 15. То есть добавлять, провязывая в ряду прибавления нечетном, добавлять одну лицевую петлю между вот этими нашими клиньями. Таким образом клинья будут смещаться и, скажем так, будет как бы идти такое вот расширение нашей диагонали. То есть если вы повернете к себе вот так вот резиночку, мы четко видим начало, конец ряда, которым я отметила булавочкой, и дальше продолжаем делать расширение нашего берета. Причем смотрите, можно в принципе сделать его как по голове, сделать более, скажем так, шапочкообразным, а можно сделать таким, в общем, блином на голове. Вот я как раз таки взяла что-то среднее между шапочкой и блином. Мне хочется такой иметь аккуратный, но в то же время берета видный, скажем так, вид этой шапочки. Вот, поэтому я буду делать нечто среднее и продолжать делать расширение не слишком, скажем так, широкое. А затем мы уже приступим к вывязыванию высоты берета. Я сделала расширение до 14 рядочков, то есть я провязала уже 14 ряд, как бы закрепила просто лицевыми петельками. Мы с вами остановились на провязывании 6 ряда, я провязала еще самостоятельно от 6 ряда до 14. И теперь смотрите, у нас каждый, получается, сейчас участочек между клиньями был
10 петелек, теперь стал 17. То есть я каждую часть увеличила на 7 петелек. И в итоге у нас сейчас по окружности 153 петельки. Так как я закончила четным рядом, соответственно, у меня уже провязан ряд лицевых петелек, то я дополнительно еще свяжу 2 ряда лицевыми петельками. Если же вы закончили на последнем ряду прибавления, то вам нужно провязать 3 ряда лицевыми петельками. Это, как бы мы скажем, высота между расширениями и убавлениями уже макушки. То есть сейчас нужно провязать вот эту высоту. Так как это детский беретик, то я буду вязать ее не слишком широкую. Провязав 3 лицевых ряда после последнего прибавления, мы сейчас начнем делать убавление. Убавление мы точно так же будем делать, как делали прибавление. Начнем с 15 петель лицевых, затем 2 петельки вместе. Снова 15 петель лицевых, 2 петельки вместе. То есть точно так же, как мы делали прибавление через ряд, так и будем делать убавление. Итак, находим первую петельку ряда и вяжем, отсчитывая 15 лицевых петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Дальше две следующие петельки, 16 и 17 петлю, мы вяжем за вот так вот вторую петлю вместе одной лицевой. И делаем таким образом убавление. Дальше снова повторяем. Вяжем 15 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. А дальше 16 и 17 петельку заводим за вторую петлю и вяжем вместе одной лицевой петлей. То есть делаем убавление. Я сделала уже 2 раппорта из 9 клиньев. То есть 2 клинышка я сделала с убавлениями. Дальше продолжаю вязать. 15 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 и 15. Дальше 16, 17 вяжу вместе одной лицевой. И так буду повторять до конца ряда. Сделав 9 убавлений в ряду, следующий ряд нам нужно провязать просто лицевыми петельками, как мы чередовали здесь с прибавлениями. Так как у меня данный беретик в комплекте, поэтому я сейчас в следующем ряду сделаю узор звездочки. Смотрите, у нас между клиньями сейчас уменьшилось по одной петельке. Было 17, стало 16. Вот как раз таки на этих 16 петельках я и начну делать узор. Смотрите, узор данный у меня делится на 8, то есть раппорт узора. И 16 петель четко делится на 2. Поэтому мы сейчас на 2 раппорта, то есть по 8 петель. Поэтому мы сейчас свяжем 2 раппорта узора. Для начала первые 3 петли ряда нам нужно развернуть дальними стеночками к нам поближе. То есть вот так вот снимаем на правую спицу и переодеваем на левую, поворачивая дальние стеночки сюда поближе. То есть мы сейчас будем первые 3 петли вязать за дальние стеночки, развернув вот такой красивой косичкой. Вяжем сквозь 3 петли, заводя спицу за дальние стеночки, одну лицевую. Не спешите снимать лицевую со спицы. Мы делаем сразу же накид и вяжем вторую лицевую отсюда же сквозь 3 петли. То есть мы, получается, связали из 3 петель 3 петли. Не сделали ни убавления, ни прибавления. Теперь вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И повторяем. Разворачиваем 3 следующие лицевые петли дальними стеночками сюда поближе. И вяжем сквозь 3 петли 1 лицевую. Дальше делаем накид. И вяжем вторую лицевую отсюда же. Связав пару раз, потренировавшись, вы свяжете без проблем вот такой вот замечательный простой узорчик. Затем довязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И получилось, что мы связали 2 раппорта узора. 3 из 3 петель, 5 лицевых, 3 из 3 петель, 5 лицевых. Вот так я сделаю на каждом из вот этих участков. Снова разворачиваю следующие 3 петли. И вяжу за дальние стеночки лицевую петлю сквозь 3 петли. Затем делаю накид
и снова вяжу вторую лицевую отсюда же. Связала 3 из 3, теперь вяжу 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше снова разворачиваю следующие 3 петельки дальними стеночками сюда поближе. И буду вязать сквозь 3 петельки одну лицевую за дальние стеночки. Смотрите, чтобы у вас не соскакивали петельки. Аккуратненько подтяните. Здесь точно так же следим. Так как у меня не круговые спицы, то приходится иногда вот так вот поправлять. И теперь снова 3 из 3. Связали лицевую, делаем накид. И вторую лицевую отсюда же. Теперь снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4 и 5. Мы связали 2 участка из 16 петелек. Я так буду вязать все остальные участки до конца. Чередовать 3 из 3, 5 лицевых, 3 из 3, 5 лицевых. Вяжем сквозь 3 петли, повернув одну лицевую, делаем накид и вяжем вторую лицевую отсюда же. Третий ряд убавления мы провяжем просто лицевыми петельками до 2 последних петель в каждом, вот здесь вот участке, то есть последнюю петлю клинышка нашего и предпоследнюю петлю мы будем провязывать 2 петли вместе. То есть смотрите, у нас в каждой части сейчас 16 петелек. Вот последние 2 петли мы будем не довязывать, то есть 14 первых петелек мы сейчас провяжем лицевыми. 3 первые петли это у нас петельки звездочки. Вяжем их 3 лицевые. Затем 5 лицевых у нас идут между звездочками. Так и вяжем 5 лицевых. Вторая звездочка тоже 3 лицевые. 1, 2, 3. Дальше вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. И последние 2 петельки, вот эти нашего клинышка, 15 и 16 петля, вяжем 2 петли вместе одной лицевой. То есть делаем убавление. Затем продолжаем вязать 3 петли лицевые над первой звездочкой. 1, 2, 3. Дальше 5 лицевых промежуточных. 1, 2, 3, 4, 5. Затем 3 петли лицевых вторые наши звездочки. И всего довязываем 3 лицевые петли. Последние 2 петли до клинышка нашего провязываем 2 вместе. То есть каждую 15 и 16 петлю мы будем снова провязывать вместе. То есть делаем, продолжаем убавление. Наши звездочки мы провяжем просто лицевыми петлями. По 3 лицевые петли над каждой звездочкой. Промежуточные 5 так и вяжем 5 лицевых. Снова дошли до второй звездочки. Это 3 лицевые. 1, 2, 3. 3. И не довязывая до 2 последних петелек клинышка, то есть 3 лицевые после второй звездочки еще вяжем, а дальше 1 лицевую вяжем из 2 петелечек до следующей звездочки. Вот так вот. Лицевую довязали и приступаем к следующему. Здесь точно так же провяжем звездочку, это 3 лицевые, 5 промежуточных лицевых. Снова звездочку 3 лицевые, 3 лицевые после звездочки и 2 петли вместе. Запомните, самое главное, что сейчас мы провязываем 15-ю, 16-ю петлю вместе одной лицевой. Неважно, делали вы звездочки или просто провязали лицевыми, самое главное запомните, что 15-ю, 16-ю петлю мы провязываем одной лицевой петлей. А вот те моменты, где мы делали звездочки, то мы просто вяжем их лицевыми петельками. То есть все абсолютно лицевыми петлями и звездочки, и промежуточные петли. А после второй звездочки, для тех, кто делал со мной вместе узор, то вяжем 3 лицевые и 2 петли вместе. Довязав до конца ряда убавления, мы снова убавили 9 петель в ряду. В четвертом ряду убавления мы просто провяжем все петельки лицевые. Абсолютно все петли от начала до конца ряда. В пятом ряду убавлений мы сейчас будем вязать уже 13 лицевых петель и 14-ю, 15-ю вязать вместе одной лицевой. Поэтому вяжем 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. А 14-ю, 15-ю петлю вяжем вместе одной лицевой. Снова
13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, а 14, 15 петлю вместе вяжем 1 лицевой. И вот так я чередую до конца ряда. 13 лицевых, убавление. Провязываю 2 вместе петли 1 лицевой. Шестой ряд убавления у нас должны идти лицевые петельки. Поэтому для тех, кто вяжет лицевой гладью, вяжем лицевые петельки. Для тех, кто вяжет со мной вместе рисуночек звездочки, то вяжем следующим образом. Вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И дальше следующие 3 петли. Они у нас должны идти по центру относительно первой и второй звездочки. Предыдущий раз связанных. Поворачиваем 3 лицевые петли ближайшими стеночками и за дальнюю стеночку точно так же вяжем лицевую, делаем накид и вторую лицевую отсюда же вывязываем. Дальше довязываем до конца этого раппорта все петельки лицевые. Одну лицевую, дальше вторую, третью, четвертую, пятую, шестую и седьмую петлю, которая у нас убавление петля. Дальше снова повторяем. Вяжем 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. И 3 следующие петли разворачиваем второй стеночкой дальней к нам. И вяжем за дальние стеночки лицевую. Делаем накид и вторую лицевую отсюда же. То есть делаем по центру относительно к двум предыдущим звездочкам. Третью по центру. И снова довязываем до конца этой части лицевые петли. Первая, вторая лицевая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Повторяем. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем 3 петли и вяжем из 3 3. То есть нашу такую звездочку. За дальнюю стеночку лицевая, накид и вторая лицевая отсюда же. И довязываем 7 петель до конца этой части. 2, 3, 4, 5, 6. И 7 у меня вот она спустилась. Я довязываю 7. И так продолжаю чередовать до конца ряда. 4 лицевые. Дальше делаю звездочку. И довязываю 7 лицевых каждой части. Вот так вот буду вязать вместо простых лицевых петель, которые бы могла вязать. В 7 ряду снова делаем убавление, поэтому сейчас будем вязать 12 лицевых, 13, 14 петлю вместе 1 лицевой. Итак, начинаем с первой петли, вяжем 1 лицевая, 2, 3, 4. Дальше каждую из 3 петель звездочки вяжем лицевыми. Это получается уже 7 провязано лицевых, дальше 8, 9. 10, 11 и 12. А дальше 13 и 14 вместе вяжем 1 лицевой петлей. Снова повторяем. 12 вяжем лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. А 13 и 14 вяжем вместе 1 лицевой петлей. И так я буду вязать до конца этого ряда. Восьмой ряд макушки нашей вяжем без изменения. Все петельки лицевые. В 9 ряду вяжем 11 лицевых и 12, 13 лицевую вместе 1 петелькой вяжем. 1, 2 лицевая, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А дальше 12, 13 вяжем вместе 1 лицевой петлей. Снова 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А 12, 13 вместе 1 лицевой. То есть продолжаем делать 9 убавлений в этом ряду, тем самым уменьшая нашу макушку. В 10 ряду четном у нас должны идти лицевые петельки. Но я сделаю последний ряд наших звездочек. И все, на этом я звездочки перестану делать. Я просто буду продолжать лицевой гладью, как и начинала. Итак, сейчас смотрите, мы нашу первую вот здесь вот троечку поворачиваем дальней стеночкой к себе. 1, 2 и 3.
и вяжем 3 петли из 3. За дальнюю стеночку вяжем лицевую, накид и вторую лицевую отсюда же. То есть связали звездочку. Дальше вяжем все петельки лицевые. То есть до того момента, где мы вязали убавление в предыдущем ряду. Сейчас я скажу, сколько это петелек. 2, 4, 6, 8, 9 лицевых. Дальше снова разворачиваем тройку нашу петелечек лицевых дальними стеночками ближе к себе. И вяжем 3 петли из 3, то есть звездочку. И дальше до конца вот этого рапорта довязываем 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. То есть до убавления предыдущего ряда. Снова вяжем звездочку из 3 петель, поворачиваем их. За дальнюю стеночку вяжем лицевую. Делаем накид и лицевую вяжем отсюда же. Накид и лицевая. Дальше снова 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И я так и продолжу до конца чередовать звездочку 3 петли из 3, разворачивая петельки, а затем 9 лицевых. 3 петли из 3, 9 лицевых. И так довяжу до конца 10 ряд, а затем продолжу делать убавление. Довязали 10 ряд наши звездочки, и сейчас, начиная с 11 ряда, мы продолжаем делать убавление, но я уже начну вязать лицевой гладью и в четных, и в нечетных рядах. При этом в нечетных рядах я продолжаю делать убавление, то есть сейчас у нас уже получается 10 петелек, затем вяжем 2 вместе одной лицевой, 11 и 12 петельку. Затем в четный ряд я вяжу все петельки лицевые, затем снова в нечетном ряду я вяжу уже 9 петелек, затем 10, 11 вместе лицевой, то есть делаю убавление. И нечетный ряд очередной добавляю убавление и убираю по одной петле между убавлениями. Вот. И у меня вот таким вот образом получаются клинышки и сверху, вот посмотрите, и получается такое вот как бы зауживание верхушки. Постепенно уменьшая, у нас должно получиться вот такое вот отверстие. У меня получается, я уменьшила до 2 петелек на каждом вот здесь вот рапорте клинишек. То есть у нас было изначально, как вы помните, по 17, сейчас у меня осталось по 2. То есть я сейчас должна провязать ряд лицевыми петельками, и затем из 2 петель я свяжу просто сплошные убавления. То есть буду провязывать попарно каждые 2 петли, и у меня останется всего 9 петель с каждой части по одной петле. То есть 9 петелек, так как у меня 9 частей. Возможно, у вас получится другое количество петель, исходя из того количества частей, которые вы вывязывали изначально. После того, как мы сделали последний ряд с убавлениями, у нас должно остаться всего лишь 9 петелек. То есть из каждой из частей у нас осталось по одной петле. Вот эти 9 петелек мы последний ряд просто лицевыми петлями не провязываем. Потому что если вы сейчас провяжете лицевые петли, а мы начнем заканчивать, у вас получается вот такой как бы вытянутый здесь вот, ну прям такая вот уголочек, сосулька. Я даже не знаю, как это объяснить на камеру. В общем, вытянутый такой вверх колпачок получается. Вот этого я эффекта не хочу, поэтому, провязав убавление, я больше не буду вязать лицевые ряды, а расскажу вам, как двумя самыми простыми способами можно закончить вот эту макушку. Так как у меня беретик для девочки, то я хочу закончить очень, скажем так, аккуратной макушкой. Я сейчас просто оставшиеся 9 петелек переодену на рабочую ниточку, то есть как бы соберу их, затем затяну и спрячу хвостик с изнаночной стороны. Это один из простых вариантов. Если вы хотите, как раньше вот делали такие вот петелечки на макушке беретиков, то, соответственно, вам сейчас нужно будет провязать попарно еще один ряд, и затем последнюю и первую петлю следующего ряда снова провязать попарно. То есть, чтобы у вас всего осталось вместо 9 4 петельки. И затем эти 4 петельки провязать полого шнура длиной 4 сантиметра. Я думаю, что полый шнур это очень легко. Если кто не знает, как вязать, есть в интернете очень много видео. Вот. И связав 4 сантиметра полого шнура, просто пришиваем его
как бы сюда вот на макушечку обратно. И получится у вас вот такая вот красивая петелька. Я буду вариант использовать номер один, поэтому сейчас отрезаем небольшой хвостик, оставляем ниточки, можете сантиметров 10 для удобства. И два варианта. Либо вдеваем ниточку в иголочку, если вам проще собирать петельки на иголочку, либо же просто берем в руки крючок. Отрезали ниточку, взяли крючок, и теперь по часовой стрелке мы будем переодевать петельки на рабочий вот этот хвостик ниточки нашей рабочей. Вот, поэтому либо поочередно, либо сразу же вытаскиваем спицу первую и переодеваем петельки на крючок. Хотите, можете не так резко, как я это делать, переодевайте поочередно. Захватываем рабочую ниточку и вытаскиваем крючком сквозь все три петли. Затем вытаскиваем ниточку полностью сквозь три петли, вот так вот переодев. Затем берем следующую, поворачиваем спицу, вытаскиваем и петельки переодеваем на крючок. Захватываем ниточку нашу и продеваем сквозь три петельки, вот так вот вытаскивая хвостик. И точно так же делаем и с третьей спицей. Продеваем на крючок все петельки, захватываем хвостик наш и продеваем сквозь оставшиеся петельки. Хорошо затяните, посмотрите, чтобы у вас не осталось отверстия и в то же время не торчала макушка. Если у вас здесь макушка топорщится, но слегка, то абсолютно ничего страшного. Вы когда намочите беретик, будете придавать ему объем, вот этот маленький подъемчик, он уберется, все разгладится, все будет красиво. Если топорщится сильнее, то рекомендую вам не провязывать последний ряд убавления, а оставьте 18 петелек, те, которые у нас в предыдущем ряду были, и тогда стяните 18 петелек. Будет более аккуратная макушка, не топорщится. Мне этого достаточно, вот как сейчас, поэтому я не буду переделывать, мне нравится. Теперь нам осталось вытащить наш краешек ниточки с внутренней стороны, то есть как бы с изнаночной стороны нашей. И там хорошо я сейчас закреплю и спрячу хвостик ниточки. Вот так нахожу центр и вытаскиваю нашу ниточку. Теперь с изнаночной стороны подхватываю абсолютно любую петельку, вот так, и делаю 2 воздушные петли сквозь эту петельку. Вот так. Раз затянула и второй раз затянула. Вытаскиваю хвостик, хорошо затягиваю и прячу хвостик помеж вот здесь вот вязаных петелек. У меня с лицевой стороны получается вот такая аккуратная макушечка. Хвостик я спрячу, ниточку отрежу. Булавочка нам больше не нужна, которая отмечала начало ряда, мы ее можем снять. И благодаря тому, что мы провязывали несколько петелек первых вместе, то нам этот хвостик прятать не пришлось. Мы просто отрезаем лишние ниточки. Вот. И по желанию можете, конечно же, украсить. Это может какие-то пуговички, бантики, бусинки, стразики. В общем, в принципе, на ваше усмотрение. Я надеюсь, что вам осталось все понятно, понравилось. Конечно же, не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!